торопись. Я и так тороплюсь. Еда в холодильнике. Проберись на кухню и найди остальных крыс. Они скажут тебе, что делать. Ты хочешь, чтобы я украл еду? Это же нехорошо. Сынок, это необходимо. Для семьи. Хорошо. Запомни, остальных крыс ты сможешь найти по запаху. Душа и сердце любого ресторана. Вот уголок кондитера, здесь сейчас пекут торт. Вон там моют посуду, а это плита. Здесь запекают, обжаривают, варят и делают фламбе. Дальше находится рабочий стол. Там готовят суп и, конечно, холодильник. В нем хранятся отборные продукты. Ты готов отправиться на самую знаменитую кухню Парижа? Пробраться к газовому вентилю и отключить его. Тогда все конфорки погаснут, и мы прошмыгнем незамеченными. Чтобы забраться на полку, подставь банку. Понял? Еще что-нибудь? Да, и следи, чтобы банку никто не стащил. Не думал, что быть поваром так опасно. Так-так. Я лучший крыс! Хорошо, хорошо. Лингвини! Так, фирменное блюдо шеф-повара, живо!
Че, нормал, уходим. Доберись до двери в эту, в кладовую, а мы кинем тебе веревку. Вроде понял. Thank you.
неплохо. Я знал, что будет нелегко. Так, дружочек, ключ от холодильника лежит вот там. Достань его и принеси мне. Только осторожно. Кое-кто наверняка захочет украсть его. Не беспокойся, я справлюсь. Не думал, что быть поваром так опасно. Шеф-повара, живо! Thank you.
Молодец, Реми! Теперь нужно взять то, ради чего мы пришли. Еду! Ты знаешь, что делать. Просто подавай сигналы. Крыса на моей кухне! Врёшь! Не уйдёшь! И что будешь делать?